Одной из главных тем Питерского экономического форума была новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Первое заседание рабочей программы, которое провел министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, было посвящено мусорной реформе. Чувашия в числе первых регионов подключилась к процессу. Отвечая на вопросы журналистов ТАСС, глава республики Михаил Игнатьев отметил, началась планомерная работа по оборудованию площадок для сбора ТКО. За счет бюджета региона планируют закупить около 7 тысяч контейнеров.